Привет, ребята, сейчас отправляемся на пляж, на такси. Поехали. Попросили одеть маску в такси. Едем мы на Lemaire Beach. Находится он от нашего отеля 5 километров. Вот. Ничего страшного. Доедем и расскажем вам потом, какая водичка. И как там вообще сейчас в январе на пляже. Вот мы приехали, значит, на пляж. Сколько мы заплатили? 20 дирхам 50 кус копеек. 20 дирхам за 5 километров, это в гривнах. 5, 6 и 7 гривен. 150 гривен. 150 гривен. О, вижу море. Ребята, значит, водичка норм для бойцов, то, что надо, да, в январе в Дубае купаться можно. Так что давайте, пакуйте вализы и в Персидский залив. О, хорошо, такая, освежает. Удачки.